Зери – живая батарейка из Зауна. Она ловко управляется с электричеством и пушками. Она заряжает всех вокруг своей искристой энергией. Зери носится по полю боя, устраивая врагам шоковую терапию. Укротить эту молнию непросто, ведь она никогда не сдается. Осторожно, у меня молниемет! Готовы метать искры? Начнем обзор умений Зери. Пассивное умение – ходячая батарейка. Зери крадет энергию вражеских щитов и создает свой. Любой щит ненадолго ее ускоряет. Меня не остановить! Кью дает Зери блеснуть. Ха! Это очередь из 7 снарядов, которая поражает первого врага на пути. Она не тратит ману, а перезарядка зависит от скорости атаки. Умение считается автоатакой. Это значит критический урон и эффекты при попадании. Зато автоатака считается умением. Накладывает эффекты вроде релай, но никаких критов или эффектов атак типа сияния. Движение и Кью заряжают неоновую героиню. Потом автоатаки замедляют и наносят больше урона. От этого сильнее страдают раненые враги, а значит, миньонов добивать проще. Только осторожно, атаки расходуют часть заряда. Не останьтесь без света. Нужна зарядка. W – импульсный разряд. Наносит урон первому врагу и замедляет его. Проходя сквозь элементы ландшафта, разряд становится лазером, прожигающим несколько врагов. Е – шальная искра. Зери делает рывок и усиливает 3 следующих Q, так что они пронзают врагов насквозь. Поражая чемпионов, вы сокращаете перезарядку Е. Коснитесь элемента ландшафта, чтобы его перелететь, и повысьте напряжение импульсным разрядом. Есть! R – короткое замыкание. Зери выбрасывает энергию, нанося урон всем вокруг. Задев чемпиона, она повышает себе скорость атаки и урон, а Q превращается в цепную молнию. Эффект накапливается, а с ним растет скорость передвижения. Чем больше Зери бьет чемпионов, тем сильнее перегрузка, выше скорость и дольше действие эффекта. Не сбрасывайте напряжение и оформляйте серии убийств. Надо торопиться! Там нужна моя искра! Крутите предохранители и не тратьте заряд попусту. Лучше кайтить чемпионов умениями под Зери и Дица, а затем пустить ток. Давай, Зери, помни, что деремся до победного. Если у друзей беда, летите к ним шальной искрой. Прыгайте к элементу ландшафта и прямо перед ярким появлением давайте импульсный разряд. Главный плюс ходячей батарейки – молниеносность. Начинайте с R и набирайте перегрузку умениями и заряженными атаками. Ускорение позволит перемещаться по полю боя с легкостью бриза. Они посыпались! Нас не остановить! И всегда можно разрядить обстановку коротким замыканием по нескольким целям. Ну и бардак. Прямо как дома. Ускоряйтесь перегрузкой, уклоняйтесь шальной искрой и стреляйте очередью. Благодаря пулемету статика между врагами проскочит искра. Молния бьет в одно место дважды, а то и 7 раз. Переходите по ссылкам, чтобы узнать больше об искре Зауна.